Всем привет, с вами Суслик 415 и... Вномчик 94. И это наш совместный геймплей Crysis 2 демо. И мы начинаем. Карта Skyline. 20 FPS. Максимальная настройка. Нет, 32 FPS, максимальная настройка. Вот так. Это оптимально для меня. О, 9 FPS. Простой режим, без всяких захватов каких-то там точек. Меня убили. Ну, взорвись, тупой. Нихера он взорвался. Ладно, все. Ох ты, красиво. Играть будем так, как получится. Да, будем продувать. Будем ругать. Вы только там не смейтесь, ладно? Когда смотреть виды будет. Мы вас видим. Мы видим, когда вы смеетесь. Давай первый килл. Yes, первый килл. Факер, ты понял, он мой был. А нет, все нормально. Это еще у всех по нолям, у меня 100. Сойдет. Ничего страшного. Тут уже бывало. Опа, еще одно чмыря заметил. Америкоса вонючего. Сейчас ему гранату зафинтили. Финти плюшки. О, плюс 100, плюс 40 с ней дали за артиста. А я клоун. Вы не удивляйтесь, то, что я всегда в тепловизоре ес еще. Да почему ассист-то, а? Я его убил, не какой-то там америкос. Америкосы ложки. Прикиньте, кстати, тут. О. Так, оба, еще что-то заметил. Ловишь. Вот я тебя вижу. Ашот, где ты? Вот ты, Ашот. Я думал, что ты хуже играю. Убил меня. Фанни Вольф. Смешно его. Да, не понимаю я смысла этого ника. Так. Оба. Ашот, на тебе гранату. Теперь всех америкосами Ашота. На, гранатой. Отлично. Ой, что ты был, я вообще не полезки. What the fuck? О, все. Фига там ядерная бомба в виде крайзиса падает. Прикольно. Винома, ты где? Да. А, это голограмма! Я попался. Ты его убил? Вот молодец. Я такой прыгаю с кулаком на голограмму, а он сзади меня. Вот только ты правда голограмма. Плохая голограмма. Плохая. А, тут уже не голограмма есть, это не ступ ехать. Все, мы хоть играем в белых, это что-то. CLL. Лак. Лак, очень сильно лак. Давай еще минус, отлично, 350. Это долбанная голограмма. Странно, тут какой-то вот у меня геймплей получается, я мочу чувака, у меня через несколько секунд убивается. Но... Да. В общем-то, сейчас попробуем немного пошкириться. А-а-а! Меня сразу запылили, ес. Опять! Убил одного меня сразу сзади. Хова, пулькай так. Килл плей. Лёгко. Дождь... Чё это было, я не понял? Дождь... А что это было? А то файл запалил. Ух ты, я на первом. О, вином на втором, все, отлично. Просто офигенно. Так. Будем еще искать америкосов. А то файл, да не таких. Слух. Блин. Я в бомбу попал. В бомбу из Майнкрафта. Ну а прикинь, это будет Майнкрафт, который не бета с такой графикой. Да, кстати, скоро у нас будет летсплей Майнкрафт на серваке ДКС. Стоп геймерском. Что такое-то? Не, я представил сейчас Майнкрафт с графикой Crysis 2. Вообще отлично. А вот как раз штрафка, которая будет в Майнкрафте. Видите, какая она красивая, если стримить, то на лице появляется грязь. Давайте ее сломаем и пересадим вон туда.
Снимем это в следующем видео. Наверное. Пересаживаем. Вот все так. Бегают, мочатся вином. А я там травки сажаю. Этот бамбук выращивает вином, да? Опа! А, голограмма опять. Вот я сейчас уже с первого места впаду на... Не знаю куда. Что-то заговорился. Ладно. Все, сейчас отыграемся. По-любому. А шо ты, опа! Это вином. Блин! Ты меня за шо отопинил. Ну чё? А, так он наверху. Сам, там же самая оптимальная, вообще самая крутая точка вот на этой карте. На этой карте. Туда залезешь и все, и всем пипец просто. Я туда сразу гранатку кину для профилактики. И запрыгну. Все, я здесь. А, кто-то луч пустил, меня лучом убили. Ну, проиграли. Дефир. Все. Он на собой в конце зафигачил, Фанни Вульф. Да блин, Фанни Вульф, что вообще, что ли? Ну что, всем спасибо за просмотр. И пока.